Матушка упокоилась, Геннадий Тихонович. Ну, уже 8 часов есть по-нашему, по 4 Москвы. Говорите. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет. Я из города Курска. Много лет с вами. Несколько лет с вами. Ну да. Познаю. Хорошо. Геннадий Тихонович. Говорите, давайте. Что там у вас? Матушка у меня упокоилась, мучилась, болела. Уплатите. Как ее звать? Звать-то как? Елена. А? Елена. Елена, вы про нее и писали. Упокой, да. Господь, в обителях небесных, верующую рабу твою Елену. Аллилуйя. Здоровья тебе, отец, здоровья. Вы в нашем сотрудничестве на молитве бываете? На молитву не попадал, а... Так, а почему? Почему не попадали-то? Почему? У нас же каждый день идет утреннее правило, а потом через 2 часа, каждые 2 часа пройдет, 10 минут молитва. Да, исправлюсь. Ничего больше не нет. Книги вашу литературу читаю. Эти на моем православии. Ну, готовим переиздание с добавкой. Слышал. А стихи так вообще запомнились. Я там даже свое немножко вам присылал. Ну, слава Христу. И права на ошибку больше нету. Поможет Бог остаться человеком, каким задумывал он здесь нас. Вот так. А мы тут остатки там в огородах все убираем. Вчера морковкой занимались, сегодня еще морковью, свеклой, капустой. 10 октября мы всегда выезжаем. Если Господь благословит, значит, 11-го будем уже в эфире. Тогда можно спокойно говорить. А тут прерывается непрерывно, ну не тянет. Это деревня. Ну, Тихонович, я же в храме был, там псалтырь читали матушки. Ну и когда есть возможность, всегда вас славлю. Люди удивляются. Говорю, Игнатий Тихонович, они как кто? Хотя вот читал псалтырина. Я говорю, обязательно ознакомься. Ну, записывают люди, записывают. Я вкратце говорю, проповедник. И говорю, все советское время гнали. Видишь, как и, ну, люди заинтересовываются. И когда особенно слышат к истинному православию. Понятно. Так, я отхожу. Все, готовлюсь уходить. С Богом. Все, после 11-го уже можете, там спокойнее будет у нас.